стать в будущем? Юристом, лингвистом, дизайнером или, может быть, инженером? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответят школьники, которые сегодня пришли в МЕД на профориентацию. Сегодня в нашем университете проходит мероприятие «День профориентации», который реализует региональный центр профориентации для детей и молодежи «Проект карьера». Юных гостей университета ждет мастер-класс от карьерного консультанта на тему построения карьерных траекторий, существующих трендов на рынке труда и профессиях будущего. Также каждый участник мастер-класса сможет пройти профориентационное тестирование в интерактивном формате, сможет определить свой тип личности и узнать, какие именно профессии ему подойдут. Кем ты хочешь стать? Я хочу заниматься бинарными опционами, акциями и, возможно, еще немного фрилансом. Я хочу стать юристом. Скорее всего, программистом или инженером. Центр профориентации «Проект карьера» создан на базе МИЭД при поддержке движения первых. Цель данного проекта – это помочь молодым людям принять информированное, осознанное решение о своей будущей профессиональной деятельности, помочь им в достижении их карьерных целей. В рамках проекта предоставляются индивидуальные профориентационные и карьерные консультации, проводятся мастер-классы, тренинги, деловые игры. Мы привлекли только лучших специалистов, имеющих большой опыт. Как вы думаете, к какой сфере деятельности дети сейчас больше всего склонны? Ну, тема IT, она такая из каждого утюга, мне кажется, сейчас звучит. И, конечно, большинство из них рады тому, что технари особенно, да, что понятно все изначально, а вот филологи, коммуникаторы, креативщики, они, конечно, по этому поводу переживают, потому что понимают, что программировать их вообще ни разу не привлекает. Поэтому в этом плане мы пытаемся им рассказать, что как бы есть на самом деле разные варианты и возможности, учитывая те внутренние драйверы, которые у тебя существуют. Если вы ищете ответы на вопросы, как понять, что мне интересно и чем я хочу заниматься, какую профессию выбрать, куда пойти учиться, как сделать выбор, если интересов много или, наоборот, совсем ничего не интересно, специалисты Центра «Проект карьера» помогут вам сделать осознанное, взвешенное решение.